Умирающий Кобзон назвал имя своего преемника. В программе «Моя исповедь» легенда отечественной эстрады Иосиф Кобзон решил назвать имя артиста, которого он готов оставить на сцене вместо себя. Народный артист СССР для многих самый настоящий авторитет, причем покруче всяких крестных отцов. На эстраде привыкли, если не слушать его, то уж точно к нему прислушиваться. После очередного концерта певцу ни до кого, дойти бы до гримерки, перевести дух. Но артист признается, он уходит со сцены не только из-за болезни и возраста, есть и другая причина. Честно говоря, уже силы на исходе. И я это чувствую, да и по востребованности чувствую. Я стал менее востребован, чем раньше. Какой народный артист решится признать такое? Но Кобзон готов сказать, даже у суперзвезд бывает закат. Сейчас приглашают. Я не буду кокетничать и говорить, что нет работы. Нет, работа есть. Но, конечно же, востребованность совершенно не та. Но если он уйдет, кто же останется вместо него? Хотя бы в качестве старшего по эстраде, главного авторитета для тусовки, ну и, конечно, просто золотого голоса. У Кобзона есть ответ, даже если кому-то он и не понравится. Это Филипп Киркоров. Он вырос на моих глазах. Я хорошо помню его маму Викторию, хорошо знаком и дружен с его отцом. Сегодня мы называем Филиппа королем эстрады. И по праву, я не знаю другого исполнителя, который мог бы с ним соперничать. А каково ваше мнение? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!